зуба. Какой? Всем привет, с вами канал Артмани. Муж сделал такой подарок на 23-е. Это Диме, а это мне, зайка. Нет, вот это мне. А мы вот поменялись с Димой. Дима зайку захотела, а я захотела этот. Такие подарочки. Бантик развяжи ему сначала. А как? Я не могу бантик развязать. Ты дашь мне уши откусить? Ба, да у тебя сил не хватает. Ты уверен, что у тебя зайцы? Там дырка. А там ничего нету, да? Я не могу. Я тебе не дам, когда я другое. Спокойно, я буду ешь конфетку другую открывать тебе дам. Я то вот это не могу. Кра. Ну сядь за стол. А где у тебя? Ну поставь табуретку, сядь за стол. За стол сядь. Да, ну куда ты пошел-то на мое место? За вот это. Я только зубами могу кусать. Ну ты его весь не съедай, а то у тебя аллергия сейчас на шоколад будет там много. И вот тут, оставишь вот, его. И вот тут, и вот тут. Ну немножко его поешь и оставь его на завтра. А то у тебя на завтра ничего не будет. Вкусно? Очень. Зайка. Что там есть что-нибудь? Там темно, ничего не видно. Ты прям морду его кусаешь? Что там пусто? Зуб не сломай. А, смотрите. Открыла. Отдельного обзора не будет. Все круглое. Все круглое, правильно, да. Тут еще уши лежат. Все круглое. Что ж там внутри-то, интересно? Сейчас буду ножом резать. Если там что-то есть, ты мне отдашь. Я захочу что-нибудь, а если нет, тогда... А, он внутри пустой. Пустой? Да. А у меня тоже и у тебя. Просто с орехами. Ого. Просто пустой внутри. А я что-то думала, что это... Чего-то думала. Вроде вот тут вот кажется, как будто он это... С чем-то прям полный. А, нет. Кстати, очень вкусно. Такие орешечки здесь прям мягенькие. Фонтан. Всем привет. С вами канал Артмани. Козлик зимой. Вечером мы прибыли в Струковский парк, да? Или сквер? Парк, наверное. Или сад. Сад, наверное. А, Струковский сад, да. Сегодня 23 февраля. Сегодня приехали сюда смотреть салют вечером. Первый раз так, чтобы мы вечером. 7.30, по-моему, мы сели в такси было. Где-то, наверное, около 8 часов, 9 часов должен быть салют. Там уже чуть-чуть вон там люди, там чуть-чуть люди. Вот. Решили посмотреть. А Волга что, она заледенела, нет? В смысле, она это не растаяла? Она вот тут подушку. Мне кажется, раньше на 23 февраля не было салюта. Не было же, Жень? Тут я уже вон Дима, которому не имется никак. А? Я не ходил сюда на 23. Там вон машина какая большая. Военная. Стреляли. Вот тут вообще. Там военные ходят. Ну, народ. Отсюда красиво. Помнишь, отсюда да. Вид красивый, Жень? Там военные. А, перегородили. А, вон перегорожены. А, там а туда заходили, они показывали сумки свои, наверное. Сумки, где-то да, проход есть. Я думаю, зачем перегородили-то? Народу да, нет. Надо проход найти. Вот красиво как. Фонарики какие, да, Дим? Да. Немножечко по кругу.
А вон церковь, пап, видна, смотри. Где церковь? Какая красота. А вечером смотрится еще красивее здесь. А, там же качели были раньше. Их поубирали, что ли? Поубирали. Где были качели? Ну, там, в этих арках. Много качели. Много. Мы сюда пойдем. Нет, там не пойдем. А где это, где крышечки? А, вон крышечки, вон там собирают. Кто? Ба, уже половина, больше половины. Кто даже половины? Крышечки собирают. Пойдем в память. Какие еще крышечки? Вот тут земля. Вот тут мангули называют. А кого-то я все, вот тут. Милиция вон стоит. За порядком следит. Чтоб никто не хулиганил на улицах. А то что будет? Заберут. Все уже собрались. Полно людей. Людей полно. Ну вот тут как раз вот нормальная обзорная площадка практически. Но все равно, наверное, пулять-то будет наверх. Народу много. Сейчас я время посмотрю. Сейчас я маме тебе передам. Ну, стой здесь, стой, только не бегай, ладно? Я сейчас время посмотрю. Давай, руки. Над нами. Он вообще над нами, а ты говоришь над Волгой. Нормальный ребенок? Ну вот так громко. Видишь? Надо было дальше туда отходить, папа. Ты. Ну где все там он? О, и все на нас. Страшно, что ли? Да. Давай домой. Домой. Домой заходи. Ну, все, смотри, стоят. Дети маленькие, лялечки стоят, все стоят. Давай домой. Вау. Я простогой. Мама. Смотри, какая красота. Ух ты, смотри, как цветочки прямо. Салют вы увидели. Дима испугался салюта, да, Дим? Да. Слишком близко подошли, надо было отсюда. Вон подарок слишком тот. Слишком близко. Фонарики всякие тут. Я прям сегодня оглохла. Да, я... Жень? Я сегодня оглохла. Ну. Женя! Дима там. Уже и камера садится как раз. В масках идем на трамвай. Это сюда, тут было, это у нас 23 февраля. Постараюсь, может, сегодня смонтировать все это. Сегодня же выложить вам. А то потом это будет уже неинтересно, неизвестно, что будет потом. Надеемся, что все будет хорошо. Всех с праздником, с 23 февраля.